Приветствую вас, друзья, подписчики и гости канала. Сегодня выехали открывать сезон. Я выехал первый раз с беркутом пятым. Прибор только начинаю изучать. Еще многое, конечно, непонятно, но уже немного разобрался. Конечно, прибор очень чувствительный после аськи. Звенит практически на все, потому что улавливает очень глубоко. Выехал с комрадами покопать, ушли далеко. И вот, друзья, выпала из ямки моя первая монетка в этом сезоне. Первая монетка, найденная беркутом пятым. 20 копеечек. 20 копеечек. Года не видно. Ага, 1914 год. Сохранчик вообще шикарненький. На орле все видно. Прибором доволен. Правда, уже минут 30 к нему привыкаю. Находил гильзочки, всякие крышечки от бутыльков пенициллиновых. Вот. Аж руки дрожат от первой находочки. И вот такой отпечаточек. Лежало не глубоко, друзья. Продолжаю искать дальше. Что найду, увидите. Вот первый монетосик в этом сезоне Коляна. Что нашел? Доставай. Сейчас посмотрим. Пока он меня позвал, пока я до него добежал, я уже вижу, вроде какой-то щитовичок. Щитовичок. 20 копеек. Год. Пока что не видно. Немножко в окислах. Надо мыть, смотреть. Грязно. Снег только сошел. Вот, отлично. Продолжаем дальше. Хожу и глазами увидел. Лежит монетосик. Еще что лежит, не смотрел. Советики. Рамочник. Тысяча 1936 год. Вроде бы. А вроде бы 36-й, 15 копеек. Ну, приятно. Много битого кирпича. Попадается битая керамика. Будем ходить смотреть. Даже сверху попадаются монетки. Начали попадаться. Продолжаем дальше. Подошел Юрок. Посмотрим, что нашел Юра. Ранние советики. 5 копеечек. 1926 год. Ну, симпатичная. Сохранчик такой удаленький. 10 копеечек рамочник. Ну, тоже 36-го года. Я пятнашечку, Юрик десятку. И копейка. Николаевская 1904 года. Не, копеечка маленькая. Вот. Ну, надо отмывать. Земелька грязная. Надо мыть, но открытие сезона мы уже сделали. Это радует. Пойдем искать дальше. Залезли вот в такие вот кустики. Первый сигнальчик. Ходим мы где-то минут 5. У Юрка первый сигнал. А куда Юра торчал? Где он делал? Вот, вот, смотри. А. Ребышко. О, ага. Ну что, что мы нашли? Видно, что белончик. Ага. 20 копеек.
Хорошая, неплохая находка. Вот, Юрок открыл счет. Мы продолжаем искать дальше. Вот, друзья, еще один сигнальчик. И мне попался пятачок. Вывалился с кучки. Пять копеек, 1900. 43-й. На 43-го года. В отличном, идеальном сохране. Почистим его. Посмотрим. Сильный ветер обдувает, он аж засыхает на глазах. Такое вот поле. Юрок копается. Большое поле. Стояла большая деревня. Стоял железнодорожный вокзал раньше. Ну, сейчас обхаживаем, смотрим, что будет. Еще один сигнальчик. Вот так вот вывалилось из земли. Сигнал был хороший, четкий. Что это? Даже не разобрать. Настолько все окисленное. Похоже на монетку, но не знаю, ничего не видно, друзья. Конкретный кокалик. Будем искать дальше. Друзья, вот такая погода. Дождь. В любом эфире тоже снимать тяжело. Вот поступил хороший сигнальчик. 3,52. Четкая стрелка на беркуте. Вправо. Выпала вот такая монетка. 10 копеек. 25-го. Не буду, идет дождь. Да, 10 копеек 25-го года. Будем искать дальше, пока нас дождь не будет. Вон там такие тучки, может, уходят уже. Ветер сильный, нагоняет. Выпал еще комочек с монеткой. Сигнал порядка 62 ВДИ, чистенький был. Что за монетка? Скорее всего, тоже Белон, судя по сигналу. Такой темной патине. Сейчас потру, посмотрю. Копеек. Год пока не могу разглядеть, друзья. Но Белончик. Белончик, и опять на этой горочке. Уже радует. Сейчас будем ее обхаживать более основательной. И сделаем глубинные настройки. Все, друзья, не переключайтесь. Что найдем, покажем. Очередной сигнальчик в этой кучке. Где-то монетка. А, вот она. Торчит. Так, что это у нас? Ранний советик. Цвет какой-то красноватый. Ну, друзья, надо чистить. Особо не видно, что это. Ну, почистим, потом покажем. Все, входим вокруг этой горочки.
Вот, друзья, еще один сигнал. Уже отошли от горочки. Вот сигнальчик. О, монетка Николая Первого. Денежка. Или деньга. Тысяча 854 вроде бы. Ну, вот такая хорошая находочка. Продолжаем искать дальше. Ну вот, друзья, коп подошел к концу. Такие находочки. Это оказалась копейка, а не денежка, как я думал. Лучше очистил. Вот такой шмуртичок. Краник латунный, скорее всего, от самоварчика. От какого-то шкафа или ящика. Такая интересная штучка. Из интересного вот такая пуговка попалась. С надписями. Что за пуговка? Интересно. Не знаем. Вот по находкам. 2 15-копеечных. 23-го года. 15 копеек. Вот это в такой патине. А это в хорошем сохранчике. 5 копеек 43-го года. Десяточка 25-го года. Шикарная первая находочка. 20 копеечек. Вот, друзья, коп закончили. Больше была разведка. Опять разведали хорошее местечко, которое будем теперь выхаживать. Все, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами.